Ну, Лос-Анджелес по сравнению с Майами по этому, по кринжу, короче, по левелу кринжа ему еще расти и расти. Когда мы были в Майами, мы наблюдали бесконтактный бой прямо на пляже. Там ребята занимались такими подобными вещами, короче. Вот, бесконтактный бой. Потом, короче, какие-то магические танцы кринжовые. Вот, у ребят, видать, растяжка. Не знаю. Я сначала думал, что это страусы. А потом понял, что это просто ебанутые. Пожалуй, нет. Бум.